Привет, ребят! У нас обломился клинок. Но мы вам обещали, что перед клинком будет презентация новых ножей Beaver Knife, и они будут прямо сейчас. На клинке мы вам обещали, что вы их сможете потрогать. Увы, мы ждем, когда клинок случится. Надеемся, это скоро произойдет. Ждем снятия ограничений. А сегодня мы в новом логове Баура. Кирюха. Привет. Привет, привет, Берлога. И этот парень сейчас расскажет про новые ножи. Привет, ребят, всем. Мы приготовили достаточно много разнообразных новинок. И это был, собственно, первый клинок, первая выставка, на которую мы хотели встать стендом. Поэтому чтобы... он и обломился. Да, поэтому, наверное, и обломился. Да, потому что не судьба, вот пока не судьба бобрам быть на клинке. Но мы очень надеемся, что его перенесут. Декабрь. Стыдно в первую очередь перед вами, во вторую очередь перед клинком. Потому что как бы ножи бобров на клинке есть, а бобров нету. И мы решили, что мы просто сделаем стенд, на котором любой желающий сможет прийти и посмотреть все наши модели. Он сможет пощупать, он сможет там сфотографировать, снять, попробовать, выбрать. Но судьба. Этот стенд все равно появится, он будет здесь. Да. Мы снимаем в новом кабинете Кирюши. Мы сделали небольшую перестановку, да, нам нужен был бильярдный стол. Но, слушайте, мы проводим на работе столько времени, и ну почему на работе не проводить время хорошо? Ладно, лирику в сторону, новинки, погнали. Слушайте, ну без лишнего пафоса, то, что мы хотели показать на клинке, это 3-4 абсолютно новых 5. Ножа. 6. Нет, 3 абсолютно новых. Ну, около десятка новинок. Около десятка новинок. Но начать, конечно, хочется вот именно с новых 3 моделей. Техническое задание, которое мы сами себе поставили в очередной раз, оно звучало очень просто. Нам нужно сделать большой нож в линзе. Ну, так получилось, что родилось 3 ножа. Не один, а родилось 3 ножа. И я, к сожалению, не смог выбрать. Ну, они все 3, по-моему, замечательные. У нас, как вы знаете, есть модель Pointer. И мы сделали модель Pointer Magnum. Это тот же Pointer, только он больше. Откуда взялось ТЗ сделать большую линзу? У нас есть модель Gran Turismo GT. И теперь у нас есть Gran Turismo Magnum. И еще было, собственно, вообще желание сделать большой нож в линзе, оно было обосновано исключительно потребностями охотников. Mm-hmm. Потому что Pointer — это нож, ну, мы его называем, может быть, это неправильно, может быть, я не знаю, но это подружейный нож. Ну, то есть, как папа в городе, да? Это как подружейная собака, которая всегда с тобой, понимаешь? И он, и им можно разобрать любого лося, любого там буйвола, mm-hmm. фигуйвола и так далее. Но он маловат. И была задача сделать большой охотничий нож, но большой, опять же, в рамках. В рамках, то есть это стандартная история, что любой универсальный нож, у него правильная длина клинка, это ширина ладони без большого пальца, чуть-чуть больше, но меньше, чем ширина ладони с большим пальцем. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что если мы говорим про какого-то охотника, то он всегда ходит вот с этим ножом? Совершенно верно. И плюс у него есть второй нож, которым он разбирает? Да, но нет. Значит, когда мы поняли, что одним ножом мы не обойдемся, и у нас будет 3 новых модели, мы начали формулировать техническое задание к этим 3 моделям. То есть техническое задание для этого ножа, оно звучало очень просто. Нужно взять один нож. Ты летишь в космос, и тебе нужно взять один нож для всего. Это не про космос, это про охоту. Это про охоту, да. Охоты бывают очень разные. И туризм бывает очень разным. Первое, что делает человек в любом туристическом походе, либо на охоте, это хозяйственная задача. Тебе нужно поправить засидочку, тебе нужно развести огонь, тебе нужно какую-то мебель сделать. Задача номер 2. Ты взял зверя, его надо разобрать. И особенность этой работы в том, что ты делаешь рез на весу. И 3 задача, это, конечно, закусь и покушать. И вот это первое, ты имеешь в виду. Да, да. И этот нож спроектирован, чтобы он максимально удобно делал вот эти 3 вещи. У него, значит, совершенно характерная ширина
Она достаточно большая. Да, я потрогал, и мне даже немножечко было... Это не очень правильно, кстати, с точки зрения охотничьего ножа. Чуть дальше коснемся. Но, тем не менее, это дает его очень точное позиционирование в руке. У нас есть три очень мощных коллектива охотников. Это коллективы, там, состоящие из 20-30 человек. У всех разное мнение по поводу, каким должен быть охотничий нож. Но когда мы начали разбираться, у нас появилось всего лишь два варианта. И одни охотники предпочитают широкий нож, а другие охотники предпочитают узкий нож. Это охотники серьезные. Серьезными охотниками мы называем людей, которые берут минимум 3-4 зверя в сезон и сами самостоятельно их разбирают. Ну, кстати, вот чем был интересен поинтер, потому что поинтер – это же ведь классика американского охотничьего ножа. И почему линза? Потому что у американцев очень... Ну, представляешь, вот ты идешь. В Америке это допустимо, это является классикой охоты. Охота на оленя. И ты стреляешь вот этого... И там 300 килограмм мяса. Ты его не унесешь? Ты как унесешь? Ты... Да. Никак. Поэтому у них есть такая методика разборки зверя, называется... Я не помню дословно, бесхребтовая. Смысл в чем? Что животное кладется животом на землю. Срезается спина, да? Срезается спина, мясо с ребер, срезается шея, а вот этот корпус весь в костях, он остается живностью, накрывается шкуркой, и это остается живностью, которая это все съедает. Ты срезаешь все мясо, мой любимый стол, смотри, даже я не боюсь. Ты срезаешь все мясо с кости, при этом не трогая кость. Нож не страдает. Мясо срезается. Так вот, я, например, когда брал зверя и разбирал зверя, ну, честно, там воняет, там противно. У меня всегда есть желание удлинить вот, чтобы нож, глубже засунуть, ну, да? Чтобы ну, вот туда вот прям, ну, не нравится мне это. Я птичник, я люблю боровую дичь, я люблю водоплавающую дичь, болотную дичь, я люблю с собачкой ходить, охоту с легавыми, со спаниелем. Это персональная охота. Мне было интересно, и вот во всех охотничьих ножах американских, если посмотреть, у них характерная особенность задней ручки, вот этот крючок, что в поинтере, что в поинтере Magnum. Это как раз именно с тем, чтобы удлинить нож и удлинить расстояние, на котором ты работаешь. Да, и с этим крючком есть один момент, когда я первый раз взял этот нож в руку, я сказал, Кирюх, он немножечко вот здесь вот где-то ты не так берешь, он немножечко начинает резать. Все правильно. Кирилл говорит, да, но это сделано для другого, это именно для удлинения, то есть идея ножа другая. Здесь идея ножа в том, что ты не делаешь силовых работ, да, в принципе. Понял. То есть если делаешь, то очень редко. В основном ты работаешь... Так, ты работаешь так, ты работаешь так, а в ряде случаев ты работаешь даже вот так. Это охотничья ручка, и она, конечно, она вот, ну, ориентирована именно на это. На GT было все наоборот, все по-другому. То есть здесь стояла задача сделать один нож для всего. Максимально удобный вот в тех трех задачах, которые я описал. Здесь техническое задание звучало следующим образом. Нам нужно сделать Gran Turismo модель, нож. Сохранив, в принципе, его размеры, но сделать его из стали 4 мм. Да, я сразу хочу отметить то, что Gran Turismo себя офигенно зарекомендовал как туристический нож. Я его протестировал в горах, Седой его протестировал в месячной поездке и по горам, и, в общем, ну где он только там не был. И это действительно отличный туристический нож. Не бушкрафт нож, нет, именно туристический. Мне он не нравится. Он и мне не нравится. Но он офигенно удобен. Ты знаешь, я в этом году ходил два раза за грибами. Два раза за весь год. Он очень изящный, он красивый, в то же время достаточно надежный. Но ребята сказали, некоторые. Которые стоят вот там за камерой. Да, которые говорят, слушай, говорит, ну что-то он какой-то слишком изящный, он слишком тоненький. Мы хотим ну чего-то такого же, но помощнее. Никаких противоречий нет, пожалуйста, мы сделаем. Но надо понимать, что... Если мы возьмем Gran Turismo и сделаем его в толщине 4 мм, то геометрия линзы в этом ноже, она будет совершенно другая. А резать это будет гораздо хуже. Естественно, Я пробовал. Техническое задание к Gran Turismo Magnum, оно звучало очень просто. Нам надо сделать Gran Turismo, но в толщине там порядка 4 миллиметров. Для того, чтобы ножом можно было батонить смело, но потому что мы же с вами понимаем, что нож в толщине стали там 2,5 и меньше миллиметров,
он уже гнется. Но он режет гораздо лучше, чем в четырешке. Что ты сделал с ним? Он гнется, и в связи с этим у тебя могут начать щелкать и отходить накладочки. Да. Поэтому силовая работа этим ножом не предполагается. А это нож, сделанный для реза. Кто-то может его наточить на 40 градусов, кто-то его может наточить до 50 градусов, а кто-то, вот, например, мой поинтер, вот этот вот, сделан в 24 градуса. Это режет адово. Но этим ножом не стоит уже и лозить по сучкам. Он может не выдержать. Поэтому здесь каждый выбирает для себя. Но люди хотели что-то помощнее. Никаких противоречий нету. Мы сделаем, пожалуйста. Но как только мы начинаем увеличивать толщину обуха, это начинает сказываться на общей геометрии линзы. Нож начинает хуже резать. И для того, чтобы он резал сопоставимо, необходимо увеличивать ширину головеления. Понятно. И именно для этого он увеличен в размере. Понятно. Потому что этот нож в стали там, на 3,5-4 мм, он режет ощутимо хуже. Но он все равно не будет резать так, как этот. Легко. Вот прям так? Да, ну, ты помнишь, как это происходит, перспектива? Да. Отношение сторон не меняется. У тебя в итоге угол-то тот же остался? Да, угол ты можешь сделать здесь любой. Но само схождение линзы... Ну, щечки. Ну, щечки будем называть их так, спуски, неважно. Они сопоставимы по геометрии здесь. Угу. И этот нож можно заставить резать точно так же, как этот. Угу. А можно сделать еще меньше угол, даже этот нож будет резать лучше, чем этот. Я все понял про поинтер, я все понял про GT, но есть же еще один нож, который... Ну, я так понимаю, его все будут называть Hunter, скорее всего, хотя он Hunting Knife. Но я так понял, что именно в этой модели ножа ты вообще напихал сюда, сука, все технологии, которые только мог напихать с точки зрения охотника. Ну да. Ну ни для кого не секрет, что у нас основа ребят, наши мастера, основа — это три брата из Таджикистана. И это люди, которые мусульмане. И эти ребята не едят свинину, в принципе. Они очень любят молодых телят. Я на своей заимке в деревне попросил местных жителей, я говорю, мне продайте теленка, и мы этого теленочка заберем. Замечательное, вкусное мясо. Пришел местный специалист разбирать этого теленка бедного. И там какая-то вот страшная херня из 40Х-13, такая вот типа финки НКВД. Классика. И он такой: Кирюх, ты же это, ножами занимаешься, дай попробовать-то. Ну, я. А он там шкурку снимает. И у него все хорошо, все получается, да, там, типа, да, он, да, так считает. Да, все нормально, да. Я говорю, да вопросов нет. Я ему даю птичку XXL. Uh-huh. Ну, он выбрал, как бы, птичку XXL в 3 вешечки. 22 градуса. Ну, и мы ему дали этот нож, отошли в сторонку, там курим, смотрим. Я так одним глазом смотрю. Он им поработал. Отложил в сторону, взял свою херню вот эту непонятную, не режущую, и ей дальше. Он говорит, ты знаешь, говорит, я не привык таким острым ножом работать. А на секундочку, эти люди сдают шкуру теленка, она для них денег стоит. А, он порезать ее? Он порезать. Шкуру прорезает этим ножом. Он говорит, я не привык к такому острому ножу. И вот тогда родилась идея сделать подобный нож. То есть понятно, что нож со Сканди, он предназначен птичкам. Ну, ты знаешь, что такое птичка, это адовый резак. И на самом деле многим охотникам очень нравится именно птичка, именно за счет того, что она адски режет. Не всем это подходит, вот далеко не всем. И именно поэтому была задача сделать линзу, мой любимый стол. Видишь? То есть мы срезаем, ну, как у... как этот нож-то называется? Кривой-то весь. Что, кукры, что я не знаю, да. Канада? Крис? Не, это, как его? Якутский! Вот, но у якутского ножа специально же сделана вот эта история, линзочка с одной стороны, чтобы мездру чистить. И именно тогда мы решили, что этот нож должен быть, охотничий нож, он должен быть именно в линзе, именно для этого. Значит, самое главное, что заложено в этом ноже, это режущая кромка. То есть недаром все охотники, вот, ну, в основном охотникам полюбилась очень наша, ну, вот, птичка и Канада, птичка XXL в том числе. Почему? Потому что за счет
вот очень маленькой ширины в этой части. То есть ты получаешь идеальный рез сканди ножа, но при этом у тебя есть вот маленькая ширина, которая очень здорово позволяет работать там внутри суставов, обрезать. И вот здесь, в этом ноже, самое главное, что реализовано, это реализован правильный радиус. За счет длины он позволяет и на порционные куски разрезать, и он позволяет работать как обвалочный нож. Он как шкуросъемный. Как шкуросъемный, это мы вообще про кончик сейчас говорить должны. Естественно, да. То есть, если мы берем нож вот такой геометрии, то с точки зрения обвалочного и шкуросъемного ножа он неправильный. Вот этот дроп, он позволяет хорошо там снимать шкуру. Но с точки зрения обвалки он не позволяет нормально работать, потому что у тебя кончик ложится, и длина режущей кромки сильно сокращается. Здесь реализовано и то, и другое. То есть здесь и шкуросъемная история, и даже вот он позволяет за счет вот этого изгиба, он позволяет не вот, вот этим вот дрочем заниматься, а он позволяет делать вот так. Здесь вот что происходит. То есть мы управлять, мы можем управлять достаточно легко, не повреждая содержимое. Мне очень страшно, когда по сукну это делаешь. Так, мне тоже страшно, но я доверяю этому ножу, потому что я знаю, для чего это сделано. Вот такая вот история. Здесь тоже это можно делать. Тоже это можно делать. Посмотри, разница какая в режущей кромке. Нет, разница огромная. То есть здесь длина раза в два больше. А значит, этот нож в два раза дольше будет оставаться острым. И рез происходит в основном вот этой частью. И вот очень важно было сохранить вот этот радиус вот на этом куске. Так, что у нас по сталям? У нас три новые модели, это все линза. Что у нас со сталями происходит? Значит, давай. Да, это три, то есть изначально задача стояла сделать большой нож в линзе. Потом задача переросла в то, чтобы сделать один нож для всего. Потом последовала потребность сделать гран-туризмо, относительно изящный, но толстый, по большой толщине. Ну и история с теленочком. Единственное, что по поводу этого ножа мы еще не определились до конца, из какой стали его делать. То есть либо это 2,5 мм толщина обуха, либо это толщина в 3,5-3,7 мм. Непонятно пока, что правильно, потому что... Везде 3V. Либо 3V, либо Elmax. То есть, не же Elmax, пожалуйста. Да. Хочешь агрессии побольше? Рыбалка, Приморье, сплавы, Elmax. Elmax бомба, ребята. Бомба Elmax. Причем он есть у нас и в такой толщине, и в такой толщине. И, собственно, и с этими ножами то же самое. Но эти ножа, эти два ножа, они были спроектированы именно под толстую сталь. Вот 3,5, 3,7. Вот с этим ножом что делать, я пока вот мы не решили до конца, идут споры, но сделаем так, как попросите. Ну, честно говоря, это перышко легенькое. Я думаю, что вот из этих трех моделей самый хитовый будет именно этот нож. Ну, мне так кажется почему-то. Из этих трех моделей это самое страшное чудовище. Абсолютно, но оно технологичное с точки зрения охотника. Но ты его даже в руку берешь, у тебя нет отторжения. А что с рукоятками? Что с рукоятками? Да. У тебя здесь геометрия, понятно, ты оттолкнулся от предыдущих моделей, немножко изменив под толщину и ширину. Что с этой рукояткой? Слушай, у этих рукоятей нет ничего экстраординарного. Они совершенно простые, да, они сделаны тоже, естественно, в виде нашей любимой бутылочки. Но самое важное в этих ножах – это вот возможность крючок, вот такого хвата. Крючок, да. Это не мы придумали, опять же, мы сперли у американцев. Крючочек важен. Ручка не толстая, хотя вот этот нож, он, конечно, заточен под строгание. Здесь чуть-чуть потолще. Потому что силовая нагрузка при строгании, при туристических задачах, она важна. Этот нож великолепно режет на доске за счет того, что у него есть радиус. Потому что у тебя, ты упираешься в доску всегда, и у тебя длина режущей кромки будет больше. Этот нож великолепно режет на весу, либо лежачая какая-то история такая. Этот нож ориентирован больше на вот строгательную историю. У него, видишь, у него очень длинная прямая линия режущей кромки. Один и тот же этот нож, может быть. Разные это ножи. Да, нет, слушай. Однозначно. Я тебе так скажу, если я возьму вот этот GT и вот этот, это два абсолютно разных ножа, прямо, кардинально. Причем этот мне симпатичнее. Это лично мне, да? Пожалуйста. Ребята, тут такой карбон.
просто. Карбона все равно больше нету, поэтому не надо, это бесполезно. Я могу только статистически говорить. И статистически, вот этот нож переигрывает эти два. Вот этих ножей уже продано штук 20. Его на самом деле вот люди видят глазами. Ну, при заказе, да. И они его выбирают, из, ну, просто к нам приезжают гости в мастерскую. И, ну, мы и случайно видят. Мы не можем не похвастаться, мы не можем не показать. Но, ребята, вот это, блин, это вообще бомба. Это бомба. Это охеренная бомба, вот этот нож. Я с этим ножом прожил, ну, у меня были все три в пользовании. Вот этот нож, он прошел со мной все лето. Все лето, всю рыбалку, и я восхищаюсь. Здесь, естественно, острый обух. Что у нас будет с ножными под эти ножи? Я знаю, что сейчас их еще нет ножны, потому что, ну, ребята, это прототипы, это вот прямо из печки, это пирожки горячие. Ну, что будет с ножными? У нас же выставка послезавтра. Ну, выставке, ребята посмотрят позже гораздо. К выставке. Значит, ну, во-первых, безусловно. Безусловно, это наша классика. Ну, здесь полный фарш. Здесь... Вот так это работает. То есть, пожалуйста, кому нужен. Ну, ты имеешь классические погружные ножки, вот все свободный подъезд, все как обычно. Кому нужен фонарик? Ну, потому что это самое удобное и самое правильное, что может быть. Это можно снять, это можно одеть, это можно снять, это можно одеть, это можно убрать, это можно сделать вот так, причем не меняя конфигурации. Петля совпадает, диаметр совпадает. А я напоминаю, что Муса с линзой работает великолепно. И не просто с линзой, а с этими ножными. Потому что, когда мы с тобой поправили нож на мусатике, у нас образовался заусенчик. И дальше мы что сделали? Мы взяли эти ножны. Конечно. Без всякой пасты. Конечно. PGK сложно. H12 сложно. Но что касается CPM 3V и Elmax, без всякой пасты, мы просто берем... И убираем. Но тут единственное, тут нужно будет немножко надавить, потому что ножны все-таки здесь не голые, а кожа. Важно заусенец убрать. Это наши Bushcraft ножны. Ну, я всем честно говорю, что это история либо на любителя, либо это вот единственное, где это оправдано, это люди, которые ходят в горы. Там очень важно дотянуться до ножа любой рукой. Там очень важно иметь постоянно при себе брусочек, потому что нож контактирует с камнями. Там это оправдано. Либо просто поиграться. Это красиво. Во-первых, это понт, красиво. Это понт. Кроме классики и бушкрафта, у нас для поинтера сделаны совершенно другие ножны были изначально. Будут ли такие же ножны на магнумах? Будут похожие ножны. Я их покажу чуть-чуть попозже. Договорились. У нас здесь, ребята, есть еще ножи, от которых, ну вот, это все хорошо, но я не охотник, это не моя история. Есть нож, от которого я в полнейшем восторге, но я вам его покажу в следующем ролике, который мы сейчас прямо запишем здесь с Кириллом, он выйдет чуть позже. И это будет про те же самые, но совершенно другие ножи. Кирюх, я тебя поздравляю с новинками. Спасибо. И я всем напоминаю, друзья, у нас вот прямо сейчас выходит этот ролик, и прямо сейчас вы можете... любой кастом заказать в мастерской Beaver Knife, ссылка на мастерскую в описании. А если вы хотите прийти, пощупать, тут же купить, вот прямо сейчас горячие пирожки, дорога вам в Резайтру, ссылка также в описании. Друзья мои, честно, без всякого пафоса, без всякой ерунды, просто офигенно хорошие ножи. Рекомендую. Их сейчас врезать уже сколько получается? Чуть-чуть, но больше нигде. Ну, да. Поэтому, пожалуйста, хотите вот прямо сейчас забрать, врезать, заказать кастом из ваших материалов, может быть, выбрать сталь, какие-то вариации. Ну, это Кирюхи. А теперь поговорим про вкуснятинку. Но в следующем ролике. Всем пока, до встречи в сети.